21 ноября – Всемирный день телевидения. Он приурочен к первому Всемирному телевизионному форуму, который проходил в 1996 году. Праздник утвердили на 88-й Генеральной Ассамблее ООН, где обозначили главную миссию телевидения – борьба с заблуждением, нетерпимостью, расовой и национальной дискриминацией. О телевизионной кухне и тех, кто остается за кадром, расскажет Елизавета Кабанова. Я забыл, что говорить. Время новостей все исполнил. Время новостей на телеканале «Север» в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И в этом выпуске. Именно с этих слов начинаются новости на нашем телеканале. Но перед тем, как выйти в эфир, предстоит еще много работы. Телевидение – это синергия творческих людей. И все они заинтересованы в том, чтобы рассказать информацию, основанную на достоверных фактах. Сначала корреспондент находит тему, затем происходят поиски героев и съемки. Потом пишется сам сюжет. Корреспондент, по сути, автор сценария, а его верным помощником в донесении мысли выступает монтажер. В нашем случае это не просто техническая специальность. Все ребята еще и режиссеры монтажа. Суть работы монтажеров – склеивание кадров, исправление дефектов, озвучки, а также цветокоррекции и многом другом. Работа монтажера зачастую это усидчивая работа, очень кропотливая, требующая особого внимания и настроенности. Потеря концентрации может привести к неприятным ошибкам. Поэтому у каждого есть свои способы борьбы с трудностями, не в ущерб работе. Я делаю зарядку, стараюсь делать это каждый час. Ну, погулять по коридору, например, или попрыгать. В принципе, помогает. И не только я это делаю, мы всем отделом стараемся вести здоровый образ жизни. Ну, чтобы глаза не уставали, зачастую приходится их закрывать просто руками. 1-2 минуты посидеть просто с закрытыми глазами, и тогда, скажем так, отпускает, и начинаешь дальше работать. На телеканале «Север» выходит много различных программ собственного производства. В работе над ними задействованы корреспонденты, ведущие, телеоператоры, монтажеры, а также режиссеры эфира и звукооператоры. Сердце телеканала – аппаратно-студийный блок. Все, внимание. Работаем. Студия телеканала «Север», Ольга Русова. Это работа в прямом эфире. В отличие от программ в записи, здесь нет второго шанса ни для ведущего, ни для оператора, ни для режиссера эфира. Сделанную ошибку нельзя будет исправить. Поэтому телевизионщики сосредоточены на прямых эфирах, как никогда. Наш департамент, вернее, наш округ вошел в число. К программам записи все также относятся более чем серьезно. Но бывают и смешные казусы. Кто-то неправильно поставит ударение или же прочитает абсолютно не то слово. А может и просто собьется. Исправить можно. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Илья. Короче... Монтажеры, собирая программу как пазл, исправят все ошибки студии. Вечерние новости, когда сюжеты собираются один за одним, это своего рода конвейер с бесконечными кадрами. Здесь помогают только терпение и опыт. Случаются и технические ошибки. Работа монтажера связана также с наложением так называемых титров и субтитров. Бывает такое, что происходят различные ошибки, к примеру. Есть такая вот функция Ctrl-C, Ctrl-V, и бывает иногда вместо Ctrl-V образуется цифра 5 такая римская. Вот у нас был случай, один из высоких чинов получил у нас звание 5. Работа на телевидении очень интересная. И это командная работа. Один здесь в поле не воин. Многие телевизионщики – универсалы, как герой этого сюжета. Монтажер Илья Сахаров ведет программы на телевидении и радио, всегда может заменить ведущего прямого эфира в телевизионной студии, провести пресс-конференцию и брифинг. Наши монтажеры и режиссеры эфира могут работать и в качестве телеоператоров, если этого требует необходимость. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Владислав Носкин. Телеканал «Север».